А сейчас мы поговорим вот о таких увлажняющих бальзамах для губ. То есть здесь есть и блеск, и бальзам. Три оттенка. Это у нас идет вот этот вот розовый 388-83. Это у нас идет ой, извините, коралловый. Вот этот оттенок 388-84. И это идет малиновый 388-85. Несмотря на то, что оттенки достаточно яркие, на губах они будут смотреться очень нежно. Вот я для себя выбрала вот этот оттенок. Я вам сейчас его просто покажу, как он будет смотреться на губах. Смотрите. Ведь он будет легкий, отдавать оттеночек. То есть вот таким образом и блеск, и бальзам. Пахнет он замечательно. Кстати, у него три функции выполняет он. Увлажнение придает объем губам и защиту. То есть увлажнение за счет того, что 8 часов он сохраняет увлажненность губ. Объем за счет пептидов. То есть пептиды содержатся, которые увеличивают объем губ, разглаживают губки. И витамин Е защищает губы. Также у него SPF 15. То есть он обладает солнцезащитным фактором еще. То есть бальзам вообще супер. У нас они идут на ура, эти бальзамы. Берут все. То есть вот смотрите, видите, сколько его много. Я вот для себя этот взяла. Бальзам. Я бы все три взяла, но всеми тремя как бы неудобно пользоваться. Видите, вот немножко уже использовала. Поэтому выберите для себя оттенок, который вам больше понравился. И возьмите остальные. Не буду показывать. Я думаю, что все понятно.